Всем привет! Добро пожаловать на обзор Toyota Camry 2007 года выпуска. Стоимость данного автомобиля составляет 780 тысяч рублей. Этот обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. И сегодня нахожусь в Республике Татарстан, город Набережные Челны, автосалон CarLine. Такие ключи. Давайте начнем. Велюровый салон. С выраженной боковой поддержкой сиденья, с удобным профилем. Пятиступенчатая механика. Нажимаете на сцепление. Рулевое колесо кожное, мультифункциональное. Оно имеет механические регулировки и регулируется как по высоте, так и по вылету, что очень удобно. Управление аудиосистемой. Эти кнопки управляют бортовым компьютером, вот этим небольшим. Давайте включим фары, дальний свет фар, противотуманные фары, аварийная сигнализация. Со стороны водителя автоматическое стекло. 18 числа этого месяца февральские морозы. Боковые подушки безопасности. Давайте откроем капот. Задние стекла автомобиля полностью тонированы. Шестнадцатидюймовые диски с шинами Nokia. Передние датчики парковки. Двигатель 2.4, 167 лошадиных сил.
также задние датчики парковки. Вставки под дерево, центральный замок, блокировка стекол, электростеклоподъемники, ниша для мелочевок, алюминиевые накладки на порог, камеры, полностью с механическими регулировками, водительское сиденье. Действительно прямой, прям вот легко на 6101, и ты уже электрорегулируемые зеркала. И нашу электронку dfmsobak.ru. Ну, судить, значит, очень срочно ты кому-то понадобился. Спасибо вам, мой муж услышал сообщение, сегодня не поедет. Сегодня от него не отстану, Вероника. Этот автомобиль имеет пробег почти 70 тысяч километров. Давайте послушаем звучание двигателя. Также вставки под псевдоалюминий, на самом деле это пластик. Также вставки под дерево. Температура за бортом. Средний расход. Средняя скорость. Пробег на одометре, вся необходимая информация для водителя, электронные часы, аудиосистема CD, 6 станций. Энтузиастов. Двузонный климат. Напоминал, пятиступенчатая механика задняя. Стаканники, подлокотник большой и удобный. Как переднему пассажиру, так и водителю будет очень просторно, даже рослым. Качество материалов отделки на таком уровне, который не разочаровывает ни в коем случае. Все материалы отделки приятные на ощупь. Также меня порадовало звучание аудиосистемы.
огромное багажное отделение. Чтобы сложить задний ряд сидений, нужно потянуть вот за эти петли. Запасное колесо и инструменты с домкратом. В этом автомобиле меня порадовал просторный салон, также просторное багажное отделение. Как я уже упоминал, звучание аудиосистемы и сама аудиосистема в целом. Также к эргономике у меня тоже нет претензий. Хорошая обстановка. На этом обзор Toyota Camry 2007 года выпуска завершен. Еще раз напомню, стоимость данного автомобиля составляет 780 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя и до встречи в следующий раз. Давайте немного проедемся на этом автомобиле. Небольшой тест-драйв. Хотелось бы сразу отметить качество плавности хода автомобиля. Какие-то внутренние шумы со стороны улицы не проникают в автомобиль. Двигатель работает очень-очень плавно, практически его не слышно.
написал в своем твиттере Билли Джо Армстронг, лидер группы Green Day. Хочу сообщить, что мы сегодня...